Всем привет, ребята. Я приехал в город Гроты. Вот. Сейчас я вам покажу, что тут. Забрался на огромную высоту. На том же коротеньком вагончике. Ребята, у нас уже этот лифт понял. Видел. Тут такая страшная пещера. 700 тысяч лет этой пещеры. Какие огромные пещеры. Стой, пожалуйста. Как тут красиво. Давай, снимай, как я иду. Doucement, ses esprits et s'aperçut qu'il se trouvait dans une immense et magnifique salle parée de 1000 colonnes scintillantes autour desquelles dansait avec grâce une nuée de fées. Sans savoir comment, il se retrouva avec sa brebis égarée, sain et sauf, sur le plateau, au milieu de son troupeau. Était-ce l'œuvre des fées? Смотрите, сколько сталагнитов и сталактитов. Я бы не хотел туда упасть. Ребята, вот тут высота. Вот тут высота. Как бы мне не упасть. Ах, как я годен. Прям шуму хочу. 120 метров и 55 метров высоты. 120 метров. Спускаться.
пещерах, как снег мог провалиться сюда. Представляете, это пещера 3 миллиона лет. Экскурсия. Похоже на мармелад, эта штука. Нет. Это не охота ее трогать. Ой, блин, я бы хотела взять креста. Сейчас там будет кино. Alors, je vous laisse une minute pour tester les instruments, je vous laisse une minute. Ah, faire ton tambour. Préserver ce lieu, tel Édouard Alfred Martel, père de la spéléologie moderne en 1884. Ce n'est qu'en 1931 que la grotte des Demoiselles fut aménagée pour les visites avec le plus grand respect. La nature et l'histoire se mêlent pour vous offrir un magnifique spectacle sur la terre comme sous terre. И поеду дальше по часам. И куда же мне поехать? Возьму с собой рекламки. Вот это рекламка. И последняя рекламка.